Лето промчалось, нам его не вернуть. И зазвенел звонок веселый. Он как клубок волшебный пустится в путь и позовет с собой в школу. И пойдем мы за ним в 30-е царство, мир, где правит упорство и труд. Это наши ребята, теперь государство. Здесь нас любят и ценят и ждут. Давай, давай, за учебу возьмемся вперед, вперед, будет трудно не раз. И знай, знай, жизнь упрямая дама, а мы упрямим тысячу раз. Много преград нам нужно в жизни пройти, знания всегда помогут в этом. Ну и, конечно, лучший друг педагог будет для нас волшебным светом. Но зато мы теперь закаленные дети, 100 дорог предстоит нам пройти. Лишь бы билось в груди беспокойное сердце, и удача ждала впереди. Мир жив и перестали мечтать. Давай мечты достанем с сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг и соберем друзей дома просто так. И счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Окей, дайте мне пару слов. Мои друзья со мной, а значит я готов. Значит я готов. Сделать погромче музон, мои двери открыты. Welcome back home! Доброе утро, лицей! Давай, давай, за учебу возьмемся вперед, вперед. Будет трудно не раз. И знай, жизнь упрямая дама, а мы упрямим тысячу раз. Граждане Республики Лицеград, приветствую вас на торжественной линейке. Линейка, посвященная празднованию Дню Знаний, объявляется открытой. Из-за парты нас зовет звонок. Итак, начинаем. Слово для поздравлений предоставляется исполняющей обязанности директора лицея номер 21 Оксане Николаевне Иващенко. Все-таки солнечное. Поздравляю вас с началом учебного года, с Днем Знаний. Этот день для нас очень всех ответственный. Для нас это старт. Старт к новым знаниям, открытиям и к новым результатам. Мы начинаем с вами работу большим и дружным коллективом. 322 ученика. Аплодисменты, это вам. Ваши родители, ваши бабушки и дедушки, все родственники, которые вам помогают и поддерживают в учебе. И всегда готовы передать вам весь багаж своих научных знаний наш педагогический коллектив. Этот большой и дружный коллектив, все мы с вами вместе, поможет нам пойти вперед и достичь высоких результатов. Ведь слово «результат» — это ключевое слово в нашей с вами работе. В 2017-18 учебном году государственную итоговую аттестацию, а это для нас большой результат, в 9 классах сдавали, успешно прошли все лицеисты. Русский язык. 41 выпускник, из 41 выпускника 39 сдали русский язык на 4,5. Аплодисменты, это сегодняшние 10-классники. 100% результат у Вячеслава Дорогаева. Отдельные аплодисменты, нужно всем стремиться к таким результатам. Учитель Ольга Александровна Рукомойкина. Мы
математика. 37 выпускников, это 90%, получили 4,5. Максимальный балл 32 балла. Учителя Ирина Петровна Аплетаева и Эльдар Рашитович Акчурин. ОГЭ по обществознанию сдавали 30 выпускников. Это огромное количество. И из них 77% качества, это 23 человека, сдали на 4,5. Владислав Александрович Радаев, учитель. Физика. 70% качества. Ирина Борисовна Новожилова. Биология. 83% качества. Татьяна Михайловна Ибрагимова. Историю. Английский. 100% результат качества. Единый государственный экзамен. Это для вас, выпускники. Один. Самый высокий результат. 94 балла. Учитель Ольга Александровна Рукомойкина. Математика. Базовая математика. Сдавала большое количество выпускников, 37 участников. Средний балл в лицее 58. Средний балл в Б-класс, профильный класс. 100% учащихся сдавали математику. И 14 человек сдали на 70 и выше. Очень высокие, результаты. И огромное спасибо и ученикам, родителям, и, конечно, нашим уважаемым учителям. И к ним стремились неуклонно, каждый день, пусть кропотливой и упорной работы, но шли к своей цели. И тогда мы вместе с вами будем гордиться результатами. Дорогие наши новенькие, это те, кто к нам впервые пришел в лице, мы очень рады, что вы с нами, что будет, может быть, и нелегко, но мы будем шагать вперед, ребята, вместе, дружным коллективом, шагая в ногу. И этого я вам желаю. С Днем Знаний! Дорогие ученики, уважаемые учителя, родители и гости, разрешите от Управления образования, Центра обеспечения деятельности системы образования и себя лично поздравить с этим волнующим, светлым праздником, с Днем Знаний, с началом учебного года. Начало учебного года в этом году ознаменовано стартом нового национального проекта образования, в который вошли 9 проектов. Среди них такие важные для нас с вами, как современная школа, успехи каждого ребенка, современный родитель, учитель будущего. Все эти проекты затрагивают интересы всех участников образовательного процесса и нацелены на получение качественного образования. А качество образования – это залог успешного будущего. Новый учебный год – это шаг к новым знаниям. А новые знания, чтобы получить и не заблудиться в огромной вселенной знаний, необходимо уметь получать. Я думаю, что сформировать умение учиться вам помогут ваши педагоги и их мастерство. Разрешите поздравить вас с этим праздником, пожелать вам новых достижений, свершений, счастья, преодоления трудностей в решении новых задач. Дерзайте, творите, мечтайте и счастливого вам пути. Заместитель по учебно-организационной работе Леонид Николаевич Левчук. Заместитель по Васильевна Богдашова. Татьяна Васильевна Филимонова. Ирина Петровна Аплетаева. Учителя английского языка Марина Владимировна Ботвинская. Наталья Николаевна Бурова. Учитель физической культуры, молодой специалист. И мы очень рады, что к нам приходят молодые специалисты. Надежда Романовна Зухович. Аплодисменты. Учитель изобразительного искусства Наталья Анатольевна Ибрагимова. Татьяна Михайловна Ибрагимова. Учитель истории, русского языка и литературы Марина Валерьевна Смирнягина. Учитель музыки Наталья Юрьевна Акчурина. Учитель русского языка Светлана Борисовна Маликова. Учитель Людмила Владимировна Насонова. Учитель физики Ирина Борисовна Новожилова.
учитель русского языка и литературы Ольга Александровна Рукомойкина, Ольга Николаевна Смирнова, учитель английского языка Надежда Викторовна Селезнева, учитель физической культуры Светлана Антоновна Шевякова, организатор Ольга Леонидовна Карманова, наш секретарь Надежда Сергеевна. Итак, мы будем большим педагогическим коллективом всегда готовы вам помочь. Родные и классные, папы и мамы вам будут на этом пути помогать. Желаем с дороги в канавы не сбиться. Из них очень трудно всегда вылезать. Желаем мы вам на отлично учиться. Дружить и творить, создавать и дерзать. Кому-то, но дружбе лицейской ее не отнимешь. Учиться вы будете не из-за парт. Похода, проект и дружбы, вернее, вы уже не найдете. За это лицею особый респект. Школа смотрит добрыми глазами, сначала объяснила нам, что душа дороже серебра. Доски, уроки, узбеки, походы нам дарят лицейские годы. Уроки, успехи, походы нам дарят. Солнце и чувства, и бегут твои ученики в храм благословенного искусства, быстрой скайкой на перегонки. Это дверь открытая для каждого, и покуда вертится земля, самое заветное и важное открывают нам учителя. Ты даришь звуки, ты даришь краски, и оживают детские сказки. Уроки, успехи, походы нам дарят лицейские годы. Дарят лицейские годы. От имени главы Артемовского городского округа Самочурного Андрея Вячеславовича, от администрации Артемовского городского округа и от себя лично поздравляю вас с этим замечательным праздником, Днем Знаний, летних каникул. Уверена, вас ждут новые знакомства, интерес, улыбнется удача, станет доступным границ знаний. С легкостью откроются все двери. Совсем немного времени отделяет вас от той черты, когда вы покинете привычную школьную жизнь. Это для вас самым плодотворным. Праздником, дорогие! Сегодня мы принимаем в наши ряды новичков пятиклассников. Леонид Степанович. Целый год лицей мне снился, не могла дождаться я. Как сложу в портфель я книжки, как в лицей приду друзья. В лицей я тоже собиралась, подбирала все наряд. Видно, только зря старалась, в моде форма, говорят. Я наметил в бизнес-плане пункт учеба, все 7 лет. Пункт второй, побольше знаний. Третий пункт, сходить в буфет. Да, мы все уже большие, и в лицей мы все пришли, и теперь никто не скажет, вы, ребята, малыши. А теперь торжественный миг. И ученику Республики Лицеград 5 Б класса Корнееву Сергею.
Громче, громче аплодисменты. Просыпаемся. Живем одной семьей, не знаем слова «ой». За друга постоим стеною точно. Здесь секси и вино, но прямо института, что не понимаю, выясняем срочно. Мы сделали свой выбор, и будет он таков. Встречай лицей своих учеников. Мы сделали свой выбор, и будет он таков. Встречай лицей своих учеников. Я лицей, но не в Артемовском, мне жаль, дружище, право. Мы сделали путь, но кого встречай лицей своих учеников. Не может человек, пойдем в следующий класс, как будто в первый раз исполнить легко. Торжественную линейку, посвященную началу нового учебного года, разрешите считать оконченной. Вынести знамя лицея. Равнение на знамя. Давайте торжественно проводим пятиклассников на их первый урок. Четвертым кругом с линейки.